Шакирис расположился в живописном горном районе, изрезанном узкими ущельями и зелеными долинами, со множеством родников, чистейших рек, водопадов и минеральных источников, в обрамлении густых лесов и бархатных лугов. Археологические данные свидетельствуют о том, что город может считаться одним из самых старых поселений на Кавказе. Многие находки на его территории имеют возраст более 2500 лет. В городе много исторических и архитектурных достопримечательностей, но гордостью древнего Шаки является величественный дворец шакинских ханов, построенный в 18 веке без единого гвоздя, с роскошными росписями и ажурными окнами щебяке. Турист из Голландии Том фон Хейсинг приезжает со своей супругой в Азербайджан уже не в первый раз. Для него Азербайджан – это невероятная страна с богатым внутренним миром. Том уже называет его своим вторым домом, а для его супруги Лейлы Азербайджан – это родина. Мы начали с Баку. Это невероятный город. Место, где объединяются столько разных граней Азербайджана. Мне стало интересно узнать больше про Азербайджан, и мы начали путешествовать. Мы побывали в Габале, Губе, Гобустане, а сейчас мы добрались до Шаки. Я бы хотел увидеть еще больше городов, больше удивительных мест. Азербайджан совмещает в себе множество культур и традиций. Каждый город в нем индивидуальный. Я не выросла в своей стране, но я очень сильно ее люблю. Я открываю для себя заново каждый уголок, и это восхитительное знакомство. Я поражаюсь, насколько богата история и культура каждого региона Азербайджана. Я очень счастлива, что мы здесь. Азербайджанский город Шаки стал обязательным пунктом в путеводителе туристов, ведь это город, от которого веет историей, с людьми, живущими традициями. Здесь высоко ценятся изделия, созданные местными ремесленниками. Шакинец Турал Велиев – художник и мастер по дереву, чьи работы имеют заслуженный успех и у гостей города. Пришел к этому виду искусства из-за любви к рисованию. Туристы проявляют большой интерес к моим изделиям. Просят меня рисовать на заготовках при них. Очень много туристов из Европы и арабских стран. Но и наших туристов тоже немало. Думаю, что Шаки привлекает туристов своей древней историей, чистым воздухом и прекрасным видом. Шаки издавна славился как город мастеров, ремесленников и торговцев. Сюда со всех сторон съезжались купцы и торговцы из стран Великого Шелкового пути. Я из Китая, город Чонгчэнь. В нашем городе очень жарко. Тут прохладнее и намного тише. Шаки – удивительный город с замечательными людьми. Когда мы сталкивались с проблемами, нам всегда помогали. Это очень красивое место с невероятной природой. Тут прекрасный воздух и потрясающий пейзаж. В Шаки я выпил воду, которая называется Абхаят, что означает «вода жизни». Этот город – что-то невероятное. Я буду всем советовать посетить Азербайджан. Отметим, что за первые 7 месяцев 2018 года в Азербайджан прибыло свыше 1,5 миллиона туристов из 191 страны мира, что на 9,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Прежде всего, Азербайджан популярен у туристов из России, Грузии, Турции, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов. Фуад Байрам, Фируз Рагимов, CBC.